Здравствуйте. Заканчиваются работы по утеплению отделки фасадов. Нанесена декоративная штукатурка. Декоративная штукатурка Церезит. Силикатно-силиконовая СТ-174. Как вы помните, этот объект начинался с того, что здесь на фасад был утеплен базальтовой минерал-ватной плитой. Рокул фасад БАЦ, толщина 50 мм. И в качестве финишной отделки была выбрана неправильная краска. И в результате этого пришлось фасад демонтировать, минерал-ватную плиту сдирать. После этого в прошлом году были произведены работы по утеплению и отделке фасадов пенополистиролом ППС-16F толщиной 150 мм. Выполнен двойной базово-армирующий слой, и фасад был оставлен на зиму, потому что заказчики принимали решение то ли им облицовывать фасад клинкером, то ли декоративной штукатуркой. Весной этого года они приняли решение, чтобы наносить камешковую декоративную штукатурку, что и было сделано. Как вы видите, вот такие вот интересные получились цвета. Такой интересный дом. Сейчас леса оставили, потому что отливщики устанавливают с них отливы. После того, как они закончат свои работы, разберут леса, и мы тогда заберем свои леса. Сейчас их оставили по просьбе заказчика для установки отливов. Вот смотрите, здесь еще гостевой домик. Тоже такой симпатичный получился. Все декоративные элементы вокруг окон из пенополистирола. Все полностью обработано базовым армирующим слоем со стеклотканевой сеткой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания, удачи!